Всем привет! С вами Ирина. Хочу показать вам свою орхидейку мини, мимо которой я не смогла пройти. Она растит цветоносик, и наш первый цветонос уже полностью весь распустился. У нее очень красивые цветочки, такая нижняя губка очень красивенькая. Вот. У нас остался здесь один бутончик, но у меня очень большие планы на вот этот цветонос. Я думаю, если у меня получится, я попробую поставить камеру и заснять, как будет распускаться вот этот вот цветоносик. Я думаю, это будет очень-очень красиво, поставить на таймлапс, вот, и заснять, как будут распускаться бутончики. Вообще, конечно, в идеале заснять, как полностью весь цветонос распускается. Но будем надеяться, что хотя бы хватит по времени, чтобы заснять, как распускается один или два цветочка. Но вот цветочки очень красивые. Вот, я говорю, нижняя губа такая интересная. И эта миничка еще очень-очень нежно-нежно пахнет. Вот, так что мимо я пройти не смогла. Поэтому, когда вы у меня спрашиваете, как устоять и как не купить архаманьяку, орхидею, ребят, я вам не отвечу на этот вопрос, потому что я такой же самый архаманьяк, как и вы. Вот, и иногда бывает очень сложно удержаться от покупки орхидеи. Так что вот такая вот крошечка теперь будет у меня, потому что мои вот такие крохи, они у меня все отцвели. И очень многие писали, пожалуйста, вот я хочу именно такую, вот я ее долго искала. И в итоге я не могу устоять, потому что, ну, клиент всегда прав, и нужно всегда угодить. Вот, и в итоге я остаюсь без растений. Так что теперь я купила такие две орхидейки на всякий случай. Вот, и, в принципе, я ее купила для видео, потому что мне очень хочется заснять видео, как будет распускаться вот этот вот цветоносик. Ну, а я буду с вами прощаться. Спасибо вам огромное за внимание. Подписываемся на канал, ставим лайки. И до новых встреч. Пока-пока.